Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, у нас сегодня игрушка The Infected, очередной выживач, посмотрим, что за игра. В общем, в стиме очень положительные отзывы о ней. Есть, слава богу, русский язык, настройки я уменьшил, музыки у нас нет. Давайте на 70-ки, чё эффект, уже не оставим, интерфейс, ладно, основное, блин, наверное. На 100 у нас, на 70. Вот. Какое-то обновление вышло сегодня, да? Я говорю, сюда, так, применить. Окей. Блин. Видео, что у нас по видео? Фуллскрин. В общем, эпик. 60 вроде кадров, да? Скальная... Так, окей. И, так. Настройки. Камера. Есть клавиши. Так, здесь русского нету, да? Ну и ладно. Так, бежать. Влево-вправо, вперед, прыжок. Присесть. Инвентарь. Статистика. F. Мап даже есть, отлично. Так, окей. Ну, начнем новую. Так, а настройки игры есть? Ну, я имею в виду там сложность. Давайте новую игру начнем. Так, день, численность орды. Это что за орда? Количество зомби-вампиров. Скорее, следующая атака будет увеличиться на 1. Частота нападений. Включить, отключить. Автосохранение. Каждые 15 минут включить зомби-вампиров. Так, у них... Нападать, что ли? То есть все можно отключить, а можно... Блин. Так, давайте, я не знаю, пока разберемся без них. В общем, я думаю, хищники пока какие-то сидят. Ну, в принципе, Мишка был у нас, массу варвали. Так, я пока каждые 5... Скажет 5 минут. Первый день. Disable, так, включитель. Disable, да, по-моему, отключили. Все, давайте нахер все отключим. Название игры. Игра. 1. Да, будем банально простые. Ну, не знаю, пока посмотрим, на самом деле. Думаю, пока отключим, разберемся с инвентарем, как все работает. Если что, блин, ну это так уже будет, как тебе сказать, как бы проспойлерили себе. И можно будет играть с зомбарями, а потом посмотреть зомбарей. Ну не знаю, здесь как бы банальный выживач, посмотрим, что делать, в принципе. Что строить, как строится, как вообще принцип. Если заинтересно, то как и в Stand and Deep начнем... выживать заново и как бы уже имея какие-то навыки, ну, сделаем прям трэшевую сложность, потому что мы типа все знаем. Вот так вот и продолжим. Давайте посмотрим. Очень хорош приндеть. Будем смотреть игру. Загрузка. Где мы, что мы, куда мы, вообще ничего не понятно. Предисловие будет на Одессе? Ну, в принципе, положительные отзывы. Так, непонятно где мы. У нас есть что-нибудь с вами? Это пуля вообще. Так. Удерживайте F. Давайте. Ага. Собрать один камень. Ну, сейчас обучение. Жажда, здоровье. Ну, в принципе, мне нравится. Добротный шрифт такой. В принципе, нравится. Охота за белком. Поиск углеводов, развести костер, построить фундамент. Блин, можно надо. Так, камень идешь? Я могу тебя взять. Какой камень берется, какой нет? Почему не берется? Так, палка нужна. Палка.
О. Е. Одна дубина у нас есть. Так, камень. Ты камень, тебя взять? Ну, графика достаточно приятная, но она сделана на этих. Да-да-да. Как сказать? Вода, да. На бесплатных этих в библиотеках. Ну, в принципе, нравится. Мне нравится. Так, можем взять. Красиво, на самом деле. Он тут приземлился или упал? Так, шрифт бегать. Что там бежим? Кто вообще? Кто? Ты кто? Приноси. Откуда он? Его атаковал что ли этот сокол? Так, 5 градусов. Где нам булыжники искать? Собрать, говорит, камень. Что не можем сделать-то? Так, F. Один камень. Изготовить каменный топор. Найти бы еще этот камень. Ух ты. Что, типа бонусом падает, что ли? С неба или как-то они респамятся? Вот камень, да? Ага. Камушек. F, подняли. Так, откройте инвентарь, нажмите значок ремесла в виде молотка и наковальни. Для изготовления каменного топора перетащите на стол камень и палку. У нас какой-то стол есть еще с собой. Доступны рецепты для изготовления предметов, можно посмотреть в справочнике. Вкладка строительства. Вкладка строительства находится слева от вкладки ремесла значок в виде книг. Так. И опа. Так. В виде наковальни. Ага. Зарезать пополам. Ну и как я должен их крафтить? Так. Для изготовления конвейера тащить на стол камень и палка. Доступ. Так. Ну и чё? Вот. Ремесла. Так, на стол. Раз. И как изготавливать? Е. Вот она, чё, и где у нас топор теперь? Каменный клинок нужно. Нет, здоровье. А где у нас эти инструменты-то? Ё. То есть на первом слоте получается уже, да? Ух ты. Так, пока разбираемся. Кто здесь, блядь? Так, я пока ближе к водичке. Бросить бревно. Бросить бревно. Так, ну, в принципе, нормально вообще-то. А, все три бревна сразу? Ну, ладно, верно. Кто здесь, блядь? Овечки, что ли, есть? Га себе. Нормальный ты такой. Прыгаешь тут. Так. Это быстро. Я G нажал. Так, изготовить, как бы собрать волокно. Кирку каменную. Так, каменный клинок. Тебе нужен только один камень. Камень же поискать на земле. Ну, пойдем поищем. Во, вижу. Так, ай.
И что такое кусочки коры можно добыть? Угу. Камень тоже нужен. Вот камешек. Вон еще камешек. В принципе, там, как я уже говорил в начале серии, какое-то обновление вышло. Так, поднять камешек. С камней наберем. Тут, видимо, какая-то зона. Там еще, в принципе, какая-то карта. Здесь, смотрите, карта есть. Что-то здесь появилось. Там, не знаю, я видел только скрины в Стиме. Игрушку я давно приобрел, но вот дошло, как бы дошли руки, дошло время. Все дошло, и я ее включил. Так, что нам дальше делать? Списочек. Так, готовить каменную кирку. Давайте посмотреть, спрашивайте, какие материалы вам понадобятся. Такай, справочник. Так, постройки, объекты, справочник, каменная. Может готовить ручную или на верстаке. Палка, каменный клинок, растительное волокно. Так, секунду. Что из этого можно добыть? Хрен, короче. Где мне это сраное растительное волокно брать? Здесь? Нет. Я уже думал, тут стоит, смотри там, блин. Вот как это бревно. В принципе, достаточно приятная графика. Можно продолжить, в принципе, я имею в виду проходить на канале. Я думал, пока пробная. Запуск такой. А так, думаю, погамаем, посмотрим. Включим тогда это. Все про все. Так. Драться как? Где мне это волокно-то искать? Где у меня склад деревьев? У нас чайка есть, что можно покушать. Я, наверное, возле этого булыжника, вот здесь где-нибудь обоснуюсь. В принципе, что-нибудь, почему нет, да? Мы там что-то подобрали. Бум, три бревна сразу бросили. Так, ай. А, вот оно, растительное волокно. Так, палка. Почему 4 берет сразу? Так. Да. Только 2 надо, что ли? А. Так, и где она у меня? Так, и так, F. Построить циркулярный станок. Во вкладке «Строитель» значок в виде книги выберите объект. В подающем меню найдите циркулярный станок. Поместите станок в нужное место и добавьте необходимые ресурсы, чтобы завершить строительство. На циркулярном станке можно делать доски. После постройки положите на него бревна, чтобы получить доски. Такой сразу подготовленный. Так. Что-то прочитал, у него объекты. Циркулярный станок. Давайте сюда куда-нибудь. Как это? Короче, Е кнопочку ставить, да? Ну и как мне тебя брать? Ну и отстань.
Так, объекты. Хранилище, ух ты, электричество, еда, ух ты. Что, так и будет со мной, что ли? Читать нужно просто так. Я добавить материал. О чем я должен добавить? Бревно. Так, подвинься. Вообще не понимаю, что так странно работает. Ну ладно, может я что-то не тянет. Так, правая кнопка. И добавить бревна. Само там дело ставь. Стоски забрать. На принципе нравится пока. Пока зачет. Рубить, не рубить, непонятно. А топор, смотри, справа внизу есть энергия. Там барашек ходит или кто, смотри. Или курочки какие-то. Ты кто? Сука, улетел. Ладно. Так, пока завалим здесь деревья. Так. Да. Так, стряпню, я думаю, возле костра готовят. Ну, чтобы далеко не ходить. За водой там. Так, ей поставить, тап убрать. Что там? Камешки нужны. Сколько камней, так, дрова. Что, не захочет? Ну-ка, это что? Ну-ка. Дим, не сраные дрова теперь искать. Латун, что ли, какой-то нужен? С этой палкой не так, как построили, так построить фундамент, завести костер, поиск углеводов, охота. Но мы нашли какую-то чайку там. Вот. Сейчас камушек. Два камушка.
Время собирать камни. Так, что у нас? Три камушка есть? Три камушка вижу. Четыре камушка. Где? Где четыре камушка? Иди сюда, блин. Камушки. Камушки. Я все думаю, там кто-то стоит, как у чудища. Чудо-юдо, рыбакиты. Достаточно приятненькая игрушка, могу сказать, прям, ну, нравится, нравится. Нравится, да? Так. Ну, я какой-то, видимо, спокойный выживач вот был. Ну, здесь прям как это, ровное поле, хотя бы какие-нибудь бугорки сделали. Бы сделали-то. Кажется, или тормозит, не? 60 FPS, не вижу, сколько мне FPS. Так, еще камешек. Ну так приглядываться нужно ко мне, они такие. Тут мы прошлись. Кажется, или вообще FPS нет. Еще три булыжника надо найти. А какие дрова? Где их дрова? Так. Давайте зайдем в справочник. Где ты? Фига себе, тут мебель, еда, дрова, вещество, хранилище. Так, постройки. Ну, где-нибудь здесь, наверное, сделаем. Там не глубоко. Рыбы есть, вообще прикольно. Не, красиво. Красиво, красиво. Так, и что тут? Так, и чего? Так, наш циркулярный станок. А можно две сделать? Так, секунду, давайте попробуем две сделать. И соединить так можно, что мне? Ух ты! Да, большой дом тут сделаю. Какой сделаем домик-то? Угу. Пока что. А туда будем расширяться дальше. Пока. Так, что у нас там дальше? Так, все сделали. Развести костер. Кладка объекта, еще меня надеть костер, поместить в костер нужно место, добавить необходимо, чтобы завершить строительство. Не забывайте, что дождь может погасить огонь, построить укрытие, чтобы защитить пламя от дождя. Ну, мне нравится, на самом деле, скажем. Так. Так. Чуть не дрова. Не, не заходит дрова. Теперь нам нужно строить костер. Где брать эти сраные дрова? Еще непонятно.
темнеет. Без хищников пока, то хищники придут. Мишка обязательно ко мне пришел бы, и мы бы, наверное, с вами играли бы. Ее очень долго запускали, подыхали бы. Или сидели бы в воде. Так что... Туман еще какой-то прикольный вообще, погодный. Эффекты. Здесь никто не придет сейчас. Уже отключили все, да? Я не могу с бревном прыгать. Так. Казалось так. И что мне с ним делать? Может быть. И как, и чё? Ничего с ним не делаю, да? Я же не тратится. Станок, верстак, адский. Информация об изготовлении. Как мне тянуть, собираю бревна? Подать что ли просто так, что ли, или что? Не понял вообще. Передал что? Собрать урожай, говорит. Ё-моё, ну и переводчики. Навес нужно построить. Давайте построим навес, что нам. Так. Мебель есть вообще. Стойки. А есть какой-нибудь такой навесик обычный? Навеса обычного нет. Так. Эти прыгают, пугают вообще вот эти гранатые. Чё прыгает, чё надо? Так, чё, где?
Где? Наличие, короче, да? Быстрый какой, смотри-ка. Улетел. Ну, подсвети, не вижу. Вообще тут есть, да? А что у меня? Что за звездопад, наверное, вон слева внизу? Чё? А типа набегали что? Что состояние? Сейчас помрем еще. Осталось что? Вообще не понять. Чуть вообще ничего не вижу. Ходим, бродим. Два сраных камня еще надо найти. Один камень. Саня, дождь запустили они, да? Без дождя у меня ни в одной игре ничего не происходит. Обязательно дождь. И гость. Кирош. Что это за светомузыка? Дайте еще один камень, алло. Дождь, иди нахер вообще отсюда. Кто-нибудь увидит булыжник? Я не вижу лично. В потемках тут лазить, блин. Какие-то 10 булыжников. Есть булыжник. Все, бежим. Сейчас помрем еще, блин. Как тебя разжечь? Как тебя разжечь? Да брось ты, блин.
Ну и чё? Во. Так, развели костер. Чё нам дальше нужно работать? Так, и чё нам? Подожди, а мы ж чайку там подобрали какую-то. Так, кто мы? Рубашка, голова. Ух ты, господи, вообще прикольно, да? Включили. Так. У нас автосейв. О, время, время. Так. Наверное, как-нибудь на превьюшечку. Да, пока будет темно. Костерчик возьмем, да? Ну что, давайте тогда на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Ознакомлюсь с этой игрой. Ссылка на плейлист будет в описании. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Да, ссылочка на плейлист будет в описании. Всем большое спасибо, берегите себя и пока-пока.